Танец – это искусство отдергивать свою ногу раньше, чем на нее наступит партнер. Подписываемся и слушаем дальше. Есть ли жизнь на Марсе? Конфискуют ли кипрские банки офшорные капиталы? Оба этих вопроса одинаково интересны обычному россиянину. Поезд только что вышел из туннеля. В плацкартном купе среди прочей публики сидят молодожены. Муж на ушко жене. Если бы я знал, что туннель такой длинный, я бы этим воспользовался. Жена громко. Что? Это был не ты? Где свои родители мне ни хрена не покупали. Теперь я взрослый и в состоянии сам себе ни хрена не покупать. Прилетел в Казахстан, народу почти нет. Прилетел в Узбекистан, народу почти нет. Прилетел в Таджикистан, народу почти нет. Прилетел в Москву, так вот где они все. Спокойствие, только и спокойствие. Вовочка, если ты будешь так себя вести в школе, то у твоего папы появятся седые волосы. Ему это не грозит. Он посидел, когда я ходил в садик. А не птико? Доктор, у меня чешется рука. Это ко встрече или к деньгам? Это грибок. А кто это здесь? Мой сын все время спрашивает меня, откуда берутся дети. Да, но в их возрасте это нормально. Хм, но ведь он уже 3 года как женат. Степан! Я приобрел себе абонемент в тренажерный зал. Инструктор попросил всех поприходить в свободной одежде, которая немного велика. Ха-ха, можно подумать, если бы у меня была одежда, которая мне велика, я бы пошел в этот хренов тренажерный зал. Включил телевизор. Непонятно, как и куда писать комментарии. Перемотки нет. Выключил. Привидение с мотором. Завтра в школе родительское собрание. Вход бесплатный, выход 3000 рублей. Да ты успокойся, я тебе говорю. Южно-бутовские ученые доказали, что 65% червячков были заморены водочкой под закусочку. Приехали в трехкомнатную квартиру из однушки. Теперь я счастливый обладатель бардака в целых 3 комнатах. Подписываемся, кликаем на колокольчик.